Государство еле-еле выдает деньги на то, чтобы какие-то копейки детским тренерам платить, какие-то там полукопейки на то, чтобы участвовать в соревнованиях. И абсолютно никаких денег не выделяет на строительство и содержание в каком-то более-менее приличном виде спортивной базы. Я помню цифры в советское время. В стране 26 только процентов детских спортивных школ имели собственную материальную базу. Это без детализации вида спорта вообще в целом. Вы можете себе представить? Если к этому мы добавим, что кроме частных спортивных сооружений Украина вообще ничего не построила, только Евро-2012 стадионы, реконструкция и новые стадионы, а так, ну, ни для детей, ни для подростков, ни для массового государства не построило ничего. Страшно Киев гордиться ремонтом бассейна СКА. Ну, если мы гордимся ремонтом бассейна СКА 20 с лишним лет, ну, как бы за 20 с лишним лет, что мы еще можем обсуждать?